Потому что то, что он черт. Вот это единственный ему совет, просто нести что-то в песнях нормальное, то есть хотя бы вот какой-то посыл делать, либо делать фристайлы, либо уличную какую-то музыку. Вот они татуировки набили на лице, они там косят под текаши, я понимаю, что это такое. Но из них ни разу ни в каких криминальных баталиях никто не участвовал вообще. В чем криминал? Где он сидел? За что он базарит? Какой он рэпер? Никакой. Давай, у нас, я думаю, есть уникальная возможность. Я надеюсь, что Ганвест будет смотреть наше шоу. Давай в эту камеру мы передадим, можешь сказать все, что о нем думаешь. Руслан, если ты будешь смотреть наше шоу, тебе Дмитрий, наш подписчик, хочет что-то сказать. Не, мне кажется, есть идея лучше. Он мне может это прямо в лицо сказать. Ты черт. Стой. Мразь, ты че, охуел что ли, сука? Не, стой, подожди, че, мразь? Ты че, мразь? Стой, блядь. Хорош. Ты чё, пидорас, сука? Да надо, я тебя выебу, я тебя, сука, пристрелю, скотина, да сука. Надо, я тебя гнида убью, сука. Тварь, сука. На улице тебя убью, тварь, сука. На улице, сука. Сука, убью тебя, тварь. Чё, сука? Блядь. Это пиздец.